Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Ольга. Сегодня я вас приглашаю разобрать мои пустые баночки, которые скопилось очень-очень много. Как всегда, в моем пакете от марки Converse. Здесь просто целая солянка. Я не знаю, здесь все, что можно. И моющие средства, и какие-то уходы. Ну, короче, давайте вместе будем разбираться. Я вам расскажу свои отзывы, расскажу свои, так сказать, что я буду брать, что я не буду брать, что мне нравится, что не нравится, что я вам очень-очень сильно советую, что очень-очень сильно не советую. Итак, приступим. Подряд буду выбирать то, что мне попадается, и отставлять в сторону, и будем... как бы сказать, скажу свой отзыв, да? Значит, первое, что мне попадается, это от марки Lenor вот такой вот кондиционер супер концентрат золотая орхидея. Девочки, по поводу вот этих от Lenor, мне нравится два запаха, вот золотая орхидея и еще другой белый тюбик, не могу сейчас вспомнить, честно, но как у меня попадется в руки, я вам обязательно об этом расскажу. Значит, что могу об них сказать? Мне очень-очень нравится, я вам очень-очень рекомендую, очень. Запах отменный, до сих пор пахнет, просто обалденный запах. Белье долго держит запах. После стирки хватает от одного такого колпачка, то есть просто вот налить, да, куда вы наливаете именно вот этот концентрат, и все. И очень-очень, ну, классное вообще, то есть состояние белья, запаха всего остального, не надо, как бы, экономичный, он сильно не расходуется. Что еще можно про него сказать? Все, что вот, все, что заявлено, все, что от него требуется, он все исполняет. Я постоянно, у меня тянется рука к нему, и я стараюсь брать, как всегда уже говорила, по акции, либо в пятерочке, либо у нас прайс этот... Господи, есть фикс-прайсе, кстати, они продаются, и у нас в Евроспаре. В Окее тоже есть, ну, везде они есть, да, вы знаете, как бы очень-очень рекомендую, советую, присмотритесь. А дальше, что хотела показать, такая вот бумажечка осталась у меня от тряпочек. Были у меня тряпочки набор, я покупала их в Леруа Мерлен. 35 на 35 сантиметров, 4 тряпочки. Вы знаете, тряпки очень классные. Сами тряпки уже, конечно, израсходовались и выкинула их. Но то, что касается здесь и для пыли стирать, да, вот чтобы как бы она, как это, ну, легко пыль стирается, да. То есть для домашнего пользования, для машины, для кухни, для ванны, для стекол. Там 4 тряпки, ну, как мне показалось, они одного как бы состава такого, да, там как бы не было, что они там 4 разные. Ну, просто цвета разные. Их можно даже стирать в машинке, тоже время от времени это делаю. Присмотритесь, и стоит там за 4 тряпки 100 рублей, кажется, такой в этом районе как бы цена. Присмотритесь, Леруа Мерлен, очень-очень классные тряпочки, мне понравились. Дальше попадается такой вот бутылечек, это у нас с помпой был шампунь из белорусской косметики Белита. Шампунь-пилинг для глубокой очистки волос и кожи головы. Что могу про этот шампунь сказать? Не совсем мне понравился он лично для меня, для моего пользования. Его допользовали мой муж и мой сын. Для коротких волос классно, но он очень тяжело пенится. Больше я его, конечно, покупать не буду. Тяжело пенится, и как бы такой он, как бы гелеобразный. Непонятно, как такая консистенция, запаха никакого нету. Но мне не понравился, вот честно, мне не понравился. Больше покупать я не буду. Нет, нет, нет. Дальше попадается мне вот такой пакетик от ватные диски Ола Silk. Очень люблю эти диски, очень-очень-очень. С эффектом прошитого края, без ворсинок, что мне очень нравится. 120 штук здесь, прям пятерочки продаются, ну и везде, наверное, тоже может быть. Присмотритесь, классные-классные диски, мне очень они нравятся. Дальше с фикс прайса кухончики мои закончились. Я уже приобрела новые всегда. Как только я в них узнала, как только начала ими пользоваться, всегда они у меня есть. Очень мне нравится. Нравится их вот этот вот состояние, когда вот само вот этот материал, из чего сделано,
Вот. Раньше я пользовалась обычными губками, а сейчас, конечно, вот только кухончиками. И обратная сторона, вот это вот, если что-то надо, где-то пригорело или как-то что-то сделать, очень-очень классно спасает. Так что кухончики фикс прайс, ура, ура, ура. А следующее, значит, покажу вот такую вот парочку. Вернее, тройку. Я говорила уже как-то, чем я люблю пользоваться из масс-маркета. Это не профессиональная линейка, это масс-маркет. Значит, вот я покупала такую троицу Ильсев, да, для ухода за волосами. Значит, восстанавливающий шампунь, полное восстановление, 5 проблем, одно решение, новая формула. Здесь восстановление, прочная жизненная сила, шелковистость, блеск для поврежденных волос. И бальзам. Бальзам восстанавливающий, все то же самое. Значит, что хочу про них сказать. Это очень из масс-маркета моя любимая парочка. Поверьте, не пожалеете, мне очень нравится, кому я не советую, там, как бы и клиентам, и просто людям, и знакомым, как бы всем нравится. Блондинкам, у кого милирование, у кого осветление, у кого обесвечивание, я осветляюсь, как бы, да, то есть, как бы, я и осветляюсь, и тонируюсь, там, как бы, да, и блондинка очень хорошо, пенится классно, расход минимальный, но здесь еще надо правильно... технологически мыть голову, да, то есть как бы я в 2 этапа мою голову, потому что в 1 этап очень много будет расход шампуня, это такое отдельная немножко тема, а шампунь классный, и действительно то, что заявлено, он исполняет свою функцию, ну, конечно, это не волшебная палочка, но все-таки восстанавливающий бальзам, бальзам восстанавливающий очень хорошо увлажняет, очень хорошо питает, можно сделать как... Не жирнит корни, что самое главное, потому что с этим у меня проблемы, и не все бальзамы для меня подходят. И поверьте, уже испытала я много бальзамов и в работе, и на себе. И здесь получается то, что бальзам можно нанести на долгий период, можно укутаться там полотенцем и ходить там час, и не знаю, там больше. Можно сделать как 5-минутку, можно сделать как вообще там 1-2 минуты. Ну, как бы это тоже ну, классно увлажняет, классно преобразовывает. Здесь по 400 мл, тоже стараюсь брать на акции. Прям присмотритесь, вообще классно. И вот это вот третья такая маска у них была, полное восстановление. Здесь чисто маска. Если вот это вот бальзам, это чисто маска. Вообще я люблю брать маски, потому что у них как бы состав гуще и расход идет меньше, потому что, ну, и как бы лучше, ну, то есть она такая концентрированная. Но не совсем она мне понравилась. Не понравилась тем, что она жирнит корни, хотя я на корни я не ношу, ношу только на... Я иногда бываю, что ношу на конце, у меня есть специальный гребень, и я причесываю гребнем уже в составе, да, чтобы распределилось равномерно по всей длине. Но масочка немножко, как бы, она меня не, как бы, не удовлетворила и даже, можно сказать, разочаровала, потому что такая тяжеловатая маска, именно после... Я уже знаю, как бы, на сколько дней мне хватает ходить, чтобы не мыть голову. Я не мою голову каждый день. Я мою голову, стараюсь через 2 дня, но бывает и через день. То есть все в зависимости... Надо мне помыть, не надо, куда я иду, что и как-то. От обстоятельств, так сказать. Маска не совсем мне понравилась. Маску больше брать я, конечно же, не буду. Запах у них замечательный. Но такая сильная одушки нет. Он, ну, такой нейтральный запах. Но вот то, что касается вот этой парочки, у меня уже стоит в готовом виде. Я пользуюсь шампунь и бальзам. Прям рекомендую. И вообще на ура, и не один раз у меня увидите из масс-маркета, еще раз говорю, то есть это не профессиональная линейка, увидите еще не раз. Дальше, то, что касается кухни, бальзам с алоэ веры АОС для посуды и рук с помпой, очень люблю, когда с помпой. Что могу сказать, что-то постоянно беру АОС, может быть, конечно, есть что-то лучшее, что-то там, я знаю, там есть какие-то там, ну, другие, как бы, да, эти для посуды. Но сейчас на рынке полно кучу всего. Ну, постоянно беру, потому что, как бы, тоже беру по акции. Здесь литр. Надолго хватает, хорошо пенится, смывается хорошо. Ну, не знаю, как бы, вот. Рекомендовать вам? Ну, могу порекомендовать, попробуйте. Может быть, тоже понравится. Хотя, я говорю, сейчас на рынке очень-очень всего полно.
Вот что еще могу показать. Ваниш. Значит, ваниш для цветных тканей. Пятновыводитель жидкий. Покупала в фикс-прайсе за 100 рублей. Тоже рекомендую. Как бы в фикс-прайсе дешевле намного, чем даже в любых там магазинах. Чисто для цветных тканей. То есть, если какое-то есть пятно, то есть, как бы хорошо выводит. У меня такая же бутылка только для белых тканей. Всегда имеется на всякий случай. Ваниш, фикс-прайс прям, ну, выручает, выручает, да. Так, дальше что могу показать. Блендомет, зубная паста закончилась. Значит, экстра отбеливание с двойной системой отбеливания мята. Здесь такие есть частички, когда внутри, то есть голубые частички. Сама паста белая, а голубые частички, которые отбеливают. Ну, я вам уже, может быть, в каких-то видео говорила, что я очень любитель паст, которые отбеливают. Чтобы не делать отбеливание в стоматологии своим домашним путем, как-то это вот и полоски я пробовала, много чего пробовала, но вот как бы пастами тоже спасаешься для профилактики и вообще так вот, как бы, да. Значит, ну, такая вот паста, нравится мне блюдомет паста, ну, вроде как бы ничего, отбеливает. Может быть, есть какие-то там, конечно, как бы сказать, ингредиенты, которые вредят зубам, ну, куда без этого, да? Куда без этого. Дальше, смотрите, другая шампунька, которая обещала тоже про нее рассказать. Шампунька Фрутис, Гарниер, марка. Сос восстановления, укрепляющий шампунь. Здесь идет масло амлы, керафил, без парабенов. Секущиеся и очень поврежденные волосы. Устраняет 1 год повреждения за 3 приема. Что могу сказать про этот шампунь? Шампунь... Очень вкусный запах, такой прям фруктовый запах, очень такой, ну, приятный. Очень-очень мне понравился, и буду к ней возвращаться обязательно. И вам тоже рекомендую, попробуйте. Во-первых, классно пенится, даже с первого раза. Мне иногда даже мыло голову в один этап, и расход минимальный. Классно пенится, и что самое главное, промывает хорошо. Ну, что от шампуня требуется, да? То есть, как бы, чтобы хорошо вспенивалось, тем более, если волос там ниже среднего или вообще длинные. Чтобы хорошо прочищала кожу головы, чтобы хорошо вымывали какие-то там загрязнения или кто-то там, если пользуется косметикой для волос, ну, в том плане, что лаки, пенки и все такое, да? Но я этим не пользуюсь, поэтому, но очень мне понравился. Прям очень рекомендую. И тоже буду сама брать. И прям, ну, классный. Из масс-маркета классный. У них есть еще маска, бальзам. Хочу попробовать тоже. Ну, ничего не пробовала, еще не знаю. Ну, как всегда, у меня есть в загашниках. И всегда есть у меня чистая линия. Шампунь, фитокератин. Здесь у меня, знаете, с чем? Миндальное масло для волос, требующих особого ухода. Сос-эффект, питание и уход. Но всегда вот это у них новинка была. По запаху, ну, приятный такой, да, миндальный немножко отдушкой. Всегда люблю чистую линию брать. Вы знаете почему? Да, дешевая шампунь. Спросите, помогает, не помогает. Опять же, хочу сказать, никогда не смотрите на шампунь, как на волшебную палочку. Супер восстановит, супер там все уберет сечение, там перестанут выпадать волосы. А шампунь — это такое дополнительное средство, которое надо смотреть в первую очередь, оно несет свою функцию как очищение, очищение кожи головы, чтобы не вредилось, чтобы не повлиялась перхоть, чтобы там не шелушилось, чтобы там еще какие-то там моменты бывают, раздражения, аллергические, еще что-то. А то, что касается чистой линии, да, дешевый продукт, стоит там 100 с чем-то рублей, поэтому его подделывать нет смысла, как говорится. И то, что здесь заявлено, все эти компоненты, я думаю, что да, они здесь и есть. Как очищающий шампунь, как шампунь поддерживающий для профилактики, я думаю, что он очень хорош, тоже присмотритесь, почему бы и нет. Но, конечно, я не люблю только масс-маркет, я люблю и профессиональную линейку, и поэтому... Чистой линией у меня больше пользуются мой муж и мой сын. У них короткий волос. Для короткого волоса это вообще идеальная, как бы, версия. И он хорошо очищает, и хорошо держится волос. То есть не надо там тоже каждый день мыть.
И то есть волос такой живой, блестящий, пушистый, то есть нормальный. И почему бы и нет? Ну, мне нравится чистая линия. Кстати, очень-очень даже хорошо. Так, а дальше, что я могу рассказать? Золотая аптека покупала такое жидкое мыло, крем-мыло. А в окей, кажется, я убрала 460 миллилитров. Ну, я как бы покупаю в таких пакетиках и переливаю в свой. Не понравилось мне это мыло, вообще больше брать не буду. Ну, как-то запах там есть, но вообще не пенится, не мылится. Какой-то не очень. Так что я его не рекомендую и вообще не хочу даже его брать. Я, кстати, в поисках такого хорошего мыла для семьи, да, для пользования, потому что, ну, не знаю, то есть, говорят, да, хороший, но я еще не пробовала, не знаю. А, вот я еще другое мыло брала, черное мыло Агафи для рук, смягчающий. Вот это вот мыло было вау, честно могу сказать. А здесь у нас сколько? 500 миллилитров. Классное, тоже люблю эту марку. Агафи, Баби Агафи, у них разные направления, есть и шампуни, и бальзамы, даже одно время я пользовалась, и у них скрабы вот я беру, как бы очень классные вообще скрабы для ног, для тела, для лица, честно могу сказать, что компоненты вложенные, ну не просто тяп-ляп, да, такое, а чувствуется прям хорошие компоненты, да, 37 травы здесь, классно пахнуло, насколько вот я помню. Да, такой, знаете, ну прям запах трав вообще, прям очень-очень классно запах. Мылится, промывается, чувствуется прям до скрипа, промываются руки. Один минус – сушит руки. Один минус – сушит руки. То есть не увлажняет, а сушит. Я это сразу почувствовала, хотя я не часто пользуюсь кремами для рук, но пользуюсь, да, пользуюсь. Сейчас тоже у меня здесь один закончился, покажу. Ну вот сушит руки, ну… Блин, не знаю, я вот, наверное, еще бы купила бы, да, попробовала. Ну, потому что он во всех направлениях классный, но то, что вот сушит, только из-за этого. А так вообще он классный. Мне понравился. Вот то, что касается рук, бархатные ручки. Люблю эту линейку, бархатные ручки, увлажняющие. Здесь у них есть, знаете, вот такая вот внутри таблица от 1 до 5. И я всегда беру либо двойку, либо тройку. То есть и увлажняет, и в то же время быстро впитывается, и не оставляется на руках. Не люблю, когда чувствуешь на руках, на лице какое-то либо средство. Крем там или еще что-то. Ненавижу прям это вообще. Мне прям это раздражает. И, честно говоря, здесь заявляет, значит, производитель активно увлажняет, устраняет сухость. Да, устраняет сухость, увлажняет. Это у меня двоечка. Очень классные такой вот бархатные ручки. Вот здесь вот, да, вот если вы видите, вот двоечка. Сейчас я пользуюсь троечкой. То есть я либо троечку беру. Все зависит еще от сезона, какая погода, там зима, лето, что-то такое, да. Но бархатные ручки всегда беру, мне нравится, как… Кому как бы будет полезно, попробуйте, может быть, и понравится. Еще одна зубная паста у меня здесь, тоже ее люблю, Сплат. Сплат Black Wood. Это у нас идет этот, как, сейчас скажите мне, я вам скажу. Черный уголь. Вот, тоже отбеливающее, черный уголь, частенько беру, не один раз уже брала, нравится, рекомендую, прям попробуйте, она, конечно, черная, опять же, и это все я рекомендую, это для взрослых людей, не для детей, только для взрослых, классная паста, и постоянно ее беру, в Окее покупаю, да, значит, дальше дезодорант попадается, вот Акси, да, кажется, вот так правильно будет звучать. Дезодорант. Вообще люблю эту линейку дезодорантов. Это мужской дезодорант. Значит, запах здесь такой… Ну, такой свежесть. Такая свежесть, как бы это… Ну, нормальный запах был. Сейчас такой, таким же пользуется у меня. Это я покупаю дезодорант для мужа, для сына. 150 миллилитров здесь.
Надолго хватает, кстати, сейчас пользуюсь другим запахом, немного понежнее. Люблю, люблю эти линейки, люблю как бы их покупать. Присмотритесь, очень классные, мужской дезодорант. Ну, лучше, чем там фа, еще какие-то. Мне нравится. Мне нравятся вот эти дезодоранты. Они, блин, извиняюсь, собака, дорогие, но ну, классные. Ну, я стараюсь, опять же, есть, если по акции, я прям беру две штуки. Потому что, ну, как бы, чтобы было всегда в запасе, да? А дальше, что я вам хочу еще показать. От Белита закончился у меня мезопилинг-скатка. Да, белорусская косметика. Не раз я ее показывала. Сейчас я пользуюсь корейской. Тоже скатка у меня с Herba. Нравится, очень нравится. Здесь у нас молочная кислота, глубокое очищение. Очень нравится, рекомендую. Девчонки, присмотритесь. Прям вообще классно. Классно, покупаю не первый раз и буду покупать. И очень рекомендую. Классно очищает, классно прям так скатывается. То есть вот верхний роговевший слой кожи хорошо прям все это делает. Делает свою работу за какие-то минимальные денежки. Ну, как бы сказать, копейки тоже как бы неправильно, да? За минимальные денежки очень хорошо все делает. Дальше для лица у меня закончился, был у меня такой пробник, кстати, мне давали маску от Lumene. Ну, как-то я вот не распробовала ее с одного раза, честно вам могу сказать. Что у нас за маска-то была, я уж даже, если честно, вот даже не помню. Какая-то маска была, увлажняющая, кажется. Ну, такую вот масочку пробовала. Что у меня закончился? У меня закончился вот такой вот кремик, мой корейский кремик, черные улитки, сайт iHerb, заказывала. Очень люблю этот крем, это уже у меня третья баночка, девочки, очень рекомендую. Те люди, которые не любят сильную крема, которые, знаете, долго впитываются, которые жирные, тем более на лето, я не говорю сейчас про зиму, да, или там ночной крем, кто пользуется, на лето, очень, вообще под макияж, очень-очень классно, вот я рекомендую вам. Хорошо впитывается, увлажняет, даже подсушивает какие-то высыпания. У меня в процессе отключилась камера, я извиняюсь, так что продолжаем по поводу вот этого кремушка. Значит, что я хотела сказать, да, то, что хорошо увлажняет, это крем черной улитки, корейская у нас косметика Mizon, очень люблю эту марку, присмотритесь, у них не только эти хорошие есть, у них там есть очищающие средства, и крема для глаз, и пенки, ну, там много что есть. Значит, по поводу этого крема. Это крем, я, как, может быть, уже сказала, я беру не первый раз. Это уже третий бутылечек. Он чуть открывается, вот уже у меня пустой. Запах нейтральный, практически никакого нет. Крем белый. И он такой, знаете, ну, прям, можно сказать, полупрозрачный. Он не жирный. Те люди, которые вот действительно любят на лице не ощущать кремов, но видят их действие, их эффект, то я вот этот крем вам рекомендую, тем более на лето, чтобы, знаете, мне вот бывает, я нанесу крем, допустим, летом, да, и мне жарко, и я еще больше потеет у меня лицо, мне это вообще раздражает, и мне это не нравится. А я понимаю, что я, ну, как бы летом стараешься сильно не краситься, может быть, даже там тоналку не наносишь, а, допустим, BB-крем или CC, то есть как бы такое вот. Но что могу сказать по поводу этого крема? Он хорошо, он просто себя там в жару не проявляет так сильно, но он делает свое свойство, да, он увлажняет, он восстанавливает, но это не за один раз, вот месяц попользуйтесь, восстанавливает цвет лица, где-то он подсушивает высыпания какие-то там, выступления там, да, высыпания на лице. Ну, буду я еще брать, конечно же, буду, тем более на лето. Очень классный кремушек, мне очень-очень понравился, и как бы нравится, и прям рекомендую. Это крем черной улитки, как производится, это слизь черной улитки. Не самой улитки черной, а из слизи черной улитки, не вредя улиткам ни в коем случае. И дальше у меня осталось тоже с сайта iHerb три таких
как сказать, средство, не средство. Значит, первое, это у меня идет, закончился у меня базилик, приправа, тоже сайт iHerb, очень люблю их приправы, всегда заказываю и как бы пользуюсь и чесночком, чтобы я не готовила рыбу, мясо, чтобы не было там суп. Базилик сушеный был, очень классно, очень классно. Ой, до сих пор пахнет травой, базиликом, классно, мне понравился, буду обязательно. Именно вот эта вот марка Simply Organic, очень классная марка, я всегда их беру, приправы. Здесь 15 грамм, ну вы знаете, хватает надолго, на очень долго хватает. И что самое главное, качественный, то есть нету там каких-то мусора, пыли, еще что-то ненужного. И чувствуется, что есть зелень, чувствуется, нет такого мелкого-мелкого помола, все это чувствуется. Ну, очень классно, мне понравился. Вообще на специи сайта iHerb, присмотритесь, тоже очень рекомендую, потому что классно. А еще, значит, у меня закончились, ну, как бы это относится к категории БАДам, да. Давайте покажу сначала, это лецитин подсолнечный, у меня его пропивал сын, он постоянно мне его пропивает, это очень-очень сильно помогает ему для учебы. Это марка Now, здесь у нас было 200 капсул, они достаточно такие большие, вот такие вот капсулы, вот такие вот, да. Значит, по 2 капсулы в день он пропивал. Это подросток, значит, 14 лет, то есть это не дети. Подсолнечный, почему? Потому что детям и мужчинам нужен подсолнечный лецитин, а женщинам, соответственно, соевый. Не буду на этом останавливаться, зайдите в интернет, прочитайте, я уже даже об этом говорила. В соевом очень много эстрогенов женских, поэтому мужчинам они не нужны, все-таки сказала. Значит, подсолнечный лецитин, очень полюбила эту марку, вообще люблю эту марку, потому что у них есть GMP значок. Что это значит? Они проходят очень тщательную проверку на законном уровне, и поэтому каких-то там подделок или каких-то там, я не знаю, веществ, которые они дополняют, этого не может быть вообще в априори. И подсолнечный лецитин очень сильно помогает, это строение каждой клеточки в нашем организме, ну, либо соевый, либо подсолнечный, значит, тем более для подростка, растет, развивается учеба, хорошо работала голова, это очень сильно хорошо влияет на печень, ну, и на все органы, тем более, когда есть нагрузка, очень сильная нагрузка, чтобы соображала голова, чтобы сосредотачивалась, чтобы было центр внимания, как бы, ну, как бы фокус, знаете, как у камеры фокус, то же самое вот у детей. Я заметила, до как мы принимали и после как мы начали принимать, совершенно другой результат. Я вам серьезно говорю, это просто другой результат в плане... У меня сын учится в 8 классе, очень сильная нагрузка, у нас лингвистическая гимназия, нагрузка на каждом предмете, строго все спрашивают и... Плюс изучение языков, у нас не один язык, и поэтому, соответственно, очень-очень лецитин спасает. Вот он пропил, надо прям опять заказывать. Запах такой нейтральный, они чем-то похожи на рыбий жир, но это не рыбий жир. Я тоже пропиваю, у меня есть свое, когда кончится, сразу вам расскажу, покажу. Здесь, ну вот в двух капсулах, в одной капсуле 1200 миллиграмм, а в двух 2400, это суточная норма. Рекомендую, присмотритесь, как мужчинам, как подросткам мужского пола, я имею в виду. Присмотритесь, очень рекомендую. И еще у меня закончился такой вот от Nature Sway. Цинк, леденцы цинка, это эхиноцея плюс витамин С. Эти у меня всегда они есть, всегда они у меня есть в аптечке, всегда. Это леденцы, когда першит горло для рассасывания, да. Запах такой фруктовый, вкусный, здесь витамин С. Витамин С у нас идет 100 миллиграмм, достаточно хорошая дозировка, цинка 23 миллиграмма. Очень хорошо, я давно не покупаю вот эти вот рассасывающие таблетки в аптеках,
Потому что, чтобы пришел какой-то результат, надо долго это делать. Здесь, в зависимости, насколько действительно, как бы, сильно, какой сильный вирус, да, то есть у нас вообще, знаете, слабый, так сказать, орган, слабое звено в нашей семье у всех – это горло. Если что-то где-то, как-то, сразу начинается все с горла. И поэтому мы обязательно имеем это в аптечке. От 1 до 6 таблеток в день, не больше, и не больше 7 суток принимать. Значит, очень нравится, очень рекомендую. Во-первых, натуральное. Здесь и цинк, и то, что витамин С, это влияет на иммунную систему. То есть поддерживает, укрепляет ее. Ну, помимо этого, я могу еще дополнительно дать витамин С, когда я чувствую, что действительно, чтобы не разболеться, то пожалуйста. И как бы, или, допустим, антивирусные есть такие, ну, я их называю антивирусные таблетки, тоже с сайта iHerb, это колострум, который поддерживает и укрепляет, и доставляет иммунную систему сражаться, бороться и работать. Вот эти вот рекомендую, присмотритесь. Я всегда их покупаю, мне очень нравится. И, кстати, стоят здесь сколько штук? 60 штук. И сколько стоят они там? 200 с чем-то таблеток. Ну, это вот все, что у меня скопилось в пустых баночках, потому что есть уже новая партия, которая уже подзаканчивается. Буду собирать и рассказывать, вам показывать. Я была приятно вас видеть. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на этот канал. И всего хорошего, не болейте, берегите друг друга. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.